Это. Тут задание. Стой! Садов уже давно не существует, но мы смогли привести в порядок огромную ферму. А теперь ее захватили рейдеры. Строят там мастерскую. Надеюсь, ты сможешь их выгнать. О, аванпост сразу. Он опять в другой стороне. Ой, нету задания. Да, оленя сейчас проехал. Чего сейчас? Ты сейчас оленя проехал. И тебе олень нужен был? Нет. Тут за него нам только медь дадут. Бабуля! Старше, чем ты. Я знаю, кто это снайперка. Да, сама знаю. Тело 30-летний, а лицо похоже на мошонку, забытую на солнце. Хочешь верь, хочешь нет, но перед тобой лучший стрелок среди руин этой убогой планеты. Можешь звать меня бабулей. Если ищешь напарницу, чтобы преподать поганым рейдерам урок, я в деле, но тебе придется поднапрячься. Я тут соорудила себе стрельбище для тренировок, чтобы не заржаветь. Покажи, что можешь. Впечатлишь меня? Буду тебя прикрывать, пока объясняешь этим подонкам в масках, в чем они неправы. Ну давай, посмотрим. Вороньи лапы и орлиные глаза. Доберитесь до снайперской позиции. Допустим, ладно. Давай, дружок, пальни по шлему, и я начну отсчет. Блин, я... А. Где? Слева, слева, слева. А, право. А. Ну надо же, больше не осталось. А, они двигаются? Осталась половина уточек. Приз твой! Неплохо, очень неплохо. Ну, конечно, с пулемета-то неплохо. А, поговорить с бабулей. Отлично стреляешь. Для меня это прямо как глоток свежего воздуха. Где третий из аренды, говори. Чтоб меня бешеные медведи задрали, ты чертовски хорошо стреляешь. Но есть одно задание, с которым могу справиться только я. Залезаешь на силосную башню, только вытри ноги. Это отличная позиция. Высоко и обзор есть. Я запущу для тебя несколько шариков. Ха-ха! Ты не представляешь, с каким трудом мне пришлось добывать гелий. Хочешь меня порадовать? Сбивай шарики, когда они взлетают. С тех пор, как бабахнуло, сбить все удавалось только мне. Без проблем. А, ну спальник тут есть. Я не знаю, нет. Как же так? Стрели один шар, и полетят остальные. Хлоп! Как из игрушечной пухи. Баба! А! Всем в головальник!
Ничего не слышал. Вижу, глаз у тебя наметан. Есть в тебе какая-то искра, это точно. И даже ярче, чем я думала. Но слишком яркие искры приводят к лесным пожарам. Ну что, усложним задачу. В конце концов, шлемы и шары не отстреливаются. Или все-таки да? Ха-ха, попробуй-ка. Еще. Если вы скрывать еще видите? Что ты снился сейчас? Туман гуще, чем утренняя овсянка у меня в кишечнике. Ничего не вижу. А подожди, дай я перевезу. Блин. Чё меня ты задела, вас оставила? А чё, у неё снайперки нету? Не, ну я тут забрал, но она вообще очень плохая. А, пиздок. Спасибо. Нашел трейки. Да. Из-за тебя я начинаю верить в светлое будущее и прочую чушь. Уважаю тех, кто не теряется в трудную минуту. Стрельбище фигня. Если цель не петляет, как лиса, попасть по ней пара пустяков. Другое дело живые мишени. Шумные, грубые. Хулиганы со склонностью к насилию. Вот это я понимаю цели. Ты меткая, быстрая и смышленая. Редко встретишь столь одаренную девушку. Особенно в наше смутное, пыльное времечко. Всякому нужно, чтобы о нем заботились. Даже мне, раз в 100 лет. Считай, что мы одна семья. Я присмотрю за тобой, девочка. Хорошо. Отлично. Еще немного рейдерских шкур, и покрывало готово. Ха-ха! Ты никогда не узнаешь, шучу ли я. Мы уже знаем, что ты не шутишь. Теперь можно идти за тайником. Она машину нашу угнала. Бабка? Да. Видишь, как хорошо будет новенький. Да, отлично. Удачи. Thank you.
давай начинай, там дальше пойдем, да, смотрим. Судя по раскинутому барахлу, кто-то пытался собрать здесь какой-то механизм, чтобы не было похоже штука здоровенная. Прочеши местность и запишите, когда найдете ее. Возможно, это нам пригодится. Стрельба по мишеням. Небольшой перерывчик делать, я устал. Ну что это-то, выполним. Ну да. А, уже нашел. Не, видишь, надо устройство именно. Ключ какой-то. А где еще раз? Это не... А. То есть какое устройство надо? Что у нас в пещере? Что, в пещере что ли? Скорее всего, да. А теперь ты где? Ага, с другой стороны. Ну да, ты справишься. Почему только тут фонарика нет? Тут, мне кажется, он не нужен. Чё? А, вот. И потянем. А. А. На помещение выходит. А, во все мишени. Не могли вай. Мой механизм, блин. Ник на дым. Докладывается дымчик, разрушает наши дома и против нам жить. Теперь рейдер делает точно то же самое еще раз. Я такой не приходит к мне. Я 17 лет в стрельбе практиковался, берусь, свалю отсюда. Буду встречаться по стране, кто-то уцелевших комиксов. У меня будет лучшая и единственная коллекция в мире. К этому стоит стремиться. Да, если твоя коллекция единственная, то она лучшая. А, вот, короче, чтобы убивать элитного врага, нужно, чтобы процветание было третьего уровня. Так, база. А, ты про навыки, да, смотришь? Угу. Либо третьих-то я могу убивать, а четвертых нет. Да ладно, все, да. Мы, по идее, уже одну треть игры прошли. Думаешь? Ну, сюжетных заданий 8 из 22. Всего 8 дополнительных заданий. 30 аванпостов. Мне вот больше нравится. У меня...
О, тайники, во! Отлично. Теперь у нас можно купить 4 из 10. Сад. Вылазки 20. Но мне кажется, это уровни вылазок. Как и в аванпосты. Скорее всего, да. Испытания. Вот 105 испытаний. 30 навыков. Ну, когда мы же с испытаниями все 5 проходим. Да. Они там некоторые прям... Во-первых, как ты людей составишь? Тут видишь, тут больше этих, наверное. Как называется-то? Типа есть любитель, новичок, эксперт. Mm-hmm. А тут именно убивать типа из третьего, из второго оружия. А есть четвертый, мне интересно. Золотой, четвертый. А вот четвертого нету. А, испытание, да? Да, испытание. Да все, а. У нас же 3 аванпоста вроде бы как. А, 2 еще, да. Че, через сколько ты будешь? Или уже вряд ли мы будем сегодня? Не, а фазма.